Ой! Ух ты! Снегу-то сколько! Вот заснуть на зиму никак не могу. Все отвлекаюсь и отвлекаюсь. Я только совсем немножко погуляю, и тогда, может быть, обязательно засну. Напугал. Ты почему не спишь? Все медведи зимой спать должны. Да понимаете, я заснуть никак не могу. Вот смотрите. О, зевать зеваю, а заснуть не могу. Ха-ха, заснуть не можешь. А я вот, например, то есть это, ну, пример. Смотри. Вот это да! А у меня, ну, никак не получается. Плохо стараешься. Послушай, медвежонок, а ты до скольких считать умеешь? До 100. Я еще писать умею. О, молодец. А теперь будешь считать до 100 и уснешь. Смотри, не будешь спать, не вырастешь. Понял? До свидания, тетя Куропатка. Чтобы сразу засыпать, надо мне до 100 считать. 1, 2, 3, 4, 5. Ха-ха, вышел зайчик погулять. Ой, что-то не то. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу стаду засыпать. Девяносто восемь, 99, 90, 10, 100. Уже 5-й раз до 100 считаю, а заснуть не могу. Ну, никак. Так ведь так я и не вырасту никогда. Ой-ой, ой-ой-ой. О, ты почему плачешь? Да знаешь, медведи-то зимой спать должны, а мне что-то не засыпается. Так я и не вырасту никогда. На, вкуси. О, а знаешь, мы тебе поможем. Есть верные средства, честно говорю. Жди нас у себя в берлоге. Иди, зайчонок! О, дело есть! Понимаешь, медвежонок спать должен зимой, да? А у него никак не получается. Это вы про медвежонка, что ли? А вот я, например. Смотрите. Поняли? А мы про тебя знаем. Вот медвежонку помочь надо. Понимаешь, как вот если ты думаешь, он... Точно! Верное средство! Честно говорю! Надо ребятам сказать. Чудаки! Да что ли я маленький? Ничего, ничего. Это иногда и взрослым помогает.
Три, четыре. Опять опоздал. Три, четыре. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Дверь не одна не скрипит. Ничего у вас не получится. А вот я, например... Ничего не получится, вот. Ребята, ну я обязательно постараюсь заснуть. Три, четыре. И моя радость усни. В доме погасли огни. Не будите до весны.